Итак, всем привет, мы продолжаем проходить игрушку Samurai Warriors, часть первая. У нас, насколько я помню, начинается история Шенгена. Да. Давайте начнем. Без лишних слов, как говорится. Ну, здесь мы видим... While the main force acts as a decoy and keeps the enemy busy, Yukimura will lead a secondary force to strike Kenshin from behind at Mount Saijo's summit, forcing him to flee directly towards our main force below. Thus, a pincer is formed to squeeze the life out of the enemy. The plan is all set. Лан, это круто. Come, Nemesis. Кстати, по-моему, перевод другой. Не? Хотя хрен его знает. Так, давайте посмотрим по вещам. Конечно же, надо уже начинать опять нацеплять. Ну, в смысле, не начинать опять нацеплять, а по новой. Так, атака плюс 5 пригодится. Защита плюс 5 пригодится. Мусоу заряд не нужен. Сандали тангу. Давайте вот это вот поставим. Мусоу плюс 5. Это я думаю, что усиляет все-таки атаку. А не увеличивает заряд. Ну и скорость, конечно же. И, собственно, все. Так, стражи ему, в принципе, эти вот не нужны. Давайте мы ему пехоту, что ли, поставим. А чё бы и нет. Так, здесь правильно. Оружия у нас нет. Начнем. Надеюсь, тут не надо какие-то особые условия выполнять, чтобы открыть последнюю пятую миссию. А то это не совсем мне понравилось, на самом деле. The main force will keep the enemy occupied, so we will not arouse suspicion. И он, смотри-ка ты, не такой, чтобы очень быстрый. Now, attack! Ух ты! I shall hold nothing back. Ты что делаешь? Now, attack! Любопытно. The world shall witness the power of the Sanada clan. А где тут отступающий от... А, вот он. А ну-ка, иди сюда. Круто. Victory is near. You fought well. Аж 200 кс дали сразу. Ну, хорошо. The enemy seems oblivious of Yukimura's movements. I come forth. Так, давайте кого-нибудь найдем и испытаем мусоу. Ну, я имею в виду, найти надо какого-нибудь офицера. Так будет прикольно. Так, вот тут вот неподалеку какой-то есть. Сейчас, сейчас я добегу. Дедушка уже старенький, бегает медленно. Песок с него сыпется. О, вот все-то я понимаю. Вроде неплохо. Seize the momentum here. Упс, больно.
Больно. Ты посмотри, сколько мы понабежали, понабежали тут, понимаешь. А ну спать. Не обижайте дедушку. Ау. Готов. Новая пушка. Это всегда хорошо. Так, пойдем наверх, там зачистим базы. В принципе, то. Это плохо. Когда сужается карта. Видимость, вернее. Так, мое. The Uesugi army is moving. Yay! No, it is too early for the pincer to have worked. Your trickery will not work against me, Nemesis. Your head is mine. Хорошо. Not making this easy, are you? Impressive, Kenshin. Я такой. Пожалуйста, нам надо обратно идти. А я не понял, почему у меня сузилась карта? Может быть, как-то ее можно включить обратно в полный размер, блин, скиёзер. А то как я ее... А, нет. К сожалению, придется вслепую. Ладно, вслепую, так вслепую. Наверное. Я, наверное, добегу до куда-нибудь. Защитить главный лагерь. До него еще добежать надо, ё-моё, пипец. Вот где я бегу? Так, мне надо как-то... Ну, все вниз, 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 и хрен поймешь на самом деле. Так, речка. Во, уже лучше стало. Мостик не это. Мостик обрушили, короче. Сволочь. Опять низко. Низкая видимость, я бы так сказал. Нам нужно мостик найти. А где тут может быть мостик? А тут нет мостика, тут вон там он есть, только мостики. Придется до них бежать. Бежим. Защитить главный лагерь. Ну, давай с тобой поделимся. Спасибо. Так, так, еда. Не вздумай. We'll just have to one up them now, won't we? Now, attack! Вот, нашли наконец-то мост, который ничего не рухнул. Мы добежим. Так, это значит мы где? Это мы значит... Ага. Если мы сейчас повернем направо и будем все время двигаться, никуда не сворачивая, то добежим до куда-нибудь. А где у нас главный лагерь вообще? Защитите главный лагерь. А где он? I come forth. А хрен его знает. Сейчас
сейчас вот сюда еще завернем. Тут должно быть. Там все что-то происходит прям нехорошее. Прямо. Так, тут наши. Мораль падает. I shall hold nothing back. Хоть бы на карте показали, где этот гребаный лагерь главный. Так, один здесь. Второй тут. Третий тут. Где же тут наш главный лагерь? Неизвестно. О. А, вон куда нам надо. Ясно. Ясно, понятно. Сейчас добежим, наверное. В принципе, не так далеко. Ну, это не очень весело на самом деле, бегать по пустынным локациям. Но дедушка реально очень медленный. Это у него еще стоит этот сандали, который ему дает плюс 5 к скорости. И при этом он очень медленно бежит. Я представляю, без этих сандалей он вообще еле передвигается, походу. Реально старенький. Таша, добегу. Держитесь там, не вздумайте сдохнуть, вашу мать. Ща, я уже почти тот. Do not falter. We can still win. Ага, теперь мы нападаем, да? Now, блин. Attack. Я так понял, я опоздал на защиту лагеря. Ладно. Лагерь мы защитили. Это все очень хорошо. Значит, продолжаем движение. Вперед к победе. Нам главное догнать наших союзников. Они нас приведут куда надо, потому что я так думаю, как только мы в северную часть карты. Victory is near. Да, северную часть карты, как только опять переместимся, опять будет у нас с видимостью все плохо. Ну, я так думаю, по крайней мере. Ща я добегу. Подождите, дедушку. Так, вот тут кун найти. Все, бежим. Да, молодец. Куда она побежала? Не туда ты побежал, ну ладно. Так, и Кимура стоит. Так, где тут кто? Да нормально все будет. Главный табор зачищен. Such amazing skill. Туман рассеялся. Вообще замечательно. Чем теперь займемся? We'll just have to one up them now, won't we? The tide is against us. Let us meet again, Nemesis. My goodness. Куда ты побежал, слышишь ты? Ща я приду убить Кенсина. Ща. Если я его догоню, то я его обязательно убью, но, по-моему... По-моему, я его ни хрена не догоню, он быстрее меня бегает. Подожди, дедушку! Твою мать! Не, он сейчас спрячется и ворота закроет, сука. Я практически уверен в этом. Не хватает у нас скорости, твою мать, догнать его. Нет, сейчас он точно ворота закроет. Show me your power, Nemesis. Нет, вот он. Привет.
What good is power if you do not know how to use it? У них тут свои терки. Больно было, слышишь? Слышишь, не надо так делать. Так, это мое. Сейчас я тебе покажу силу шаолинского кунг-фу. Ну вот как-то так. The gods have forsaken me. Все. Ну вроде никаких тут дополнительных заданий не было. What do you think of that? Будем надеяться. Так, ну тут мы не будем смотреть. Так, что у нас тут? О, так, хреново. Так, сохранить, ну хотя бы элемент есть и прыжок плюс 5. Очень нужно, конечно, но вообще не нужно. Базовая атака та же самая. Бросить. Обновление. Наручить силы. Фигово. Надо же, ранг Б дали. По-моему, первый раз за все прохождение я получил ранг какой-то высокий. Че это там? Стойкость. При смерти защиту. Да, обязательно. Это очень полезно. Ага. А проникновение. Ой, блин, проникновение в товар это. Мы по замку, что ли, будем бегать? Твою мать, опять. Ну, этим мы уже займемся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, всем пока.